Йоу, ребят, я тут недавно выходил на улицу посмотреть на деревья, и пока гулял, думал о всяких бытовых вещах, вроде расстановки баланса сил в ванну, то, с кем по итогу будет сражаться, а в частности, кто будет противником Зоро в этой арке. И как вы уже поняли, я заключил, что противником Зоро будет... конечно же, Кайдо. Но прошу не спешить выключать видос, ставить ему дизлайк и писать в комменты, что я тупой Зеродрочер. Лучше сперва досмотрите видео до конца, а только потом ставьте дизлайк и пишите в комментах, что я тупой Зеродрочер. Все-таки нужно повышать показатель удержания. Ладно, без шуток, всем привет, меня зовут Сойер, и это не столько теория, сколько рассуждение и просто мои мысли касательно того, почему противником Зоро будет Кайдо, почему и как именно Зоро убьет Кайдо, и what the fuck, королевская воля у Зоро, чё? Попытаюсь максимально адекватно, без фанбойства, пояснить за все моменты. Желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Итак, сильнейшее существо, Йонка, Кайдо 100 зверей против пирата-новичка, который однажды станет величайшим мечником в мире. Звучит очень сомнительно, однако я все же начну с того, почему Кайдо так или иначе умрет в финале Вано, а не будет просто побежден, взят в плен, лишен сил или перемещен во времени. Прежде всего, арка Вано – это арка Кайдо. Здесь его должны раскрыть целиком и полностью, и здесь же поставить точку на его истории. Потому что лично я не вижу Кайдо в дальнейшем сюжете. Если исходить из того, что One Piece закончится в ближайшие 5 лет, то у нас еще минимум год-полтора на арку Вано и в остатке 3,5-4 года на Эльбаф, Рафтель и войну с мировым правительством. Плюс сюжеты, о продолжительности которых мы можем не иметь представления вовсе, типа пустого столетия. О нем могут рассказать в нескольких главах, а могут замутить полноценный флешбэк. Короче, я к тому, что Кайдо нет места в дальнейшем сюжете, разбираться с ним надо сейчас, так как дальше будет просто не до него. Плюс это постоянная тема суицида и смерти Кайдо. Его свободу просто нельзя ограничить, единственный вариант для него – смерть. Думаю, с этим разобрались. А теперь, переходя к основной теме Зоро и Кайдо, прежде всего определим, почему Зоро попадает именно на Кайдоса. Я шел от обратного. Кто вообще может подходить под роль противника Зоро из представленных антагонистов? Логично, тот, кто равен Зоро, а не кто-то вроде Кайдо, который сильнее его в миллиард раз. Вот только проблема в том, что мы даже примерно не знаем уровень кого угодно в Вано и даже более самого Зоро. Рассуждая о нынешних силах Зоро, мы можем отталкиваться лишь от того, что мы видели до таймскипа, так как после он не показал ничего, результаты его тренировок не раскрыты от слова совсем. Все его последние бои прошли на ультра-изичах и без напряга. Мы не видели ни Ашуру, ни каких-то новых уникальных техник, и мы все еще не знаем, что скрывает его глаз. Мы не знаем ничего. То же касается и любых потенциальных противников Вано. Возьмем самого популярного претендента Кёсера. Не буду говорить о бедствиях типа Кинга или Джека. Кинг скорее всего будет сражаться с Марко, так как они оба пользователи зон со способностью к полету, и воздушная дуэль – это лучший вариант для них. А Джек, хоть и является старпомом Кайдо и выглядит как весьма подходящий противник, слишком слаб для Зоро. Об этом подробнее я говорил в своем самом первом ролике на канале. И возвращаясь к Кёсера. Он является самым очевидным противником для Зоро, так как он тоже мечник, и он явно силен, что мы видели по небольшой стычке Зоро в цветочной столице. Плюс он вроде как самый приближенный к Орочи, его цепной пес. А Зоро в противнике обычно дают правую руку главгада. И в соответствии с этой схемой все кажется логичным. Кёсера – идеальный противник. Однако, почему все же нет? Да банально, потому что это не будет интересным. Бой между Кёсера и Зоро, как главных противников друг для друга, никак не сможет вызвать таких же эмоций, как любой бой Зоро на грани до таймскипа. Ранее, каждый бой Зоро совершал невероятные вещи. Даже не полноценный бой, а просто причастие Зоро к нему шокировало не только зрителей, но и самих персонажей, которым довелось лицезреть это. Каждый раз Зоро совершает вещи, выходящие из ряда вон. Его сила удивляет с каждым разом все больше и больше. Зоро каждый раз демонстрирует чудовищные способности. Противник Зоро каждый раз должен хотя бы теоретически быть сильнее, чем он, дабы Зоро мог продемонстрировать абсолютную доминацию над ним, либо тяжелейший бой на грани. Складывается ли впечатление Кёсера как о более сильном персонаже, чем Зоро? Нет. По показанному создается впечатление, что они плюс-минус равны друг другу. Отчасти поэтому и кажется, что свести Зоро и Гесирио – это хорошее решение в плане баланса сил.
Но я еще раз напомню, что такое впечатление складывается, исходя из текущих представлений о силе Зора, которые основаны в основном на том, что показал Зора до таймскипа. После таймскипа Зора не показал ничего. То есть прямо сейчас Зора, учитывая его потенциальную нераскрытую силу, а это и Ашура, и его глаз, гораздо сильнее, чем Кесира. Так может ли победа над противником слабее, чем Зора, удивить так же сильно, как и все предыдущие бои Зора? Не берем в расчет арки Рыболюдей, Панхазард, Дресроуз, где Зора без напряга одерживал верх над своими оппонентами. Ванна такого точно не будет. Ванна даст нам тяжелейший бой для Зора, битву на износ. Потому что уже пора. Я верю в то, что Ода преднамеренно подкидывал Зора слабых противников и не давал зеленоволосому мечнику раскрыть себя в полной мере для того, чтобы продемонстрировать его чудовищную силу Вано. Именно Вано Зора продемонстрирует все, на что способен, так как Вано это, я думаю, ни для кого не секрет, арка Зора. Это арка, в которой помимо силы Зора нам должны раскрыть и его прошлое, так как, к этому много было уже предпосылок. Это и аббревиатура Хираки, его загадочная схожесть с Шиматсуки и многое другое. В конце концов, нет более подходящей арки, чтобы раскрыть Зора. К тому же, уже пора, блин. Зора был первым Накама, который присоединился к Луфи, и он единственный, кто до сих пор не раскрыт от слова совсем. Все, что мы о нем знаем, это небольшой флешбек о его детских годах, тренировках и Куине. Все. За 20 с лишним лет мы ничего не узнали о Зоро. И это явно не из-за того, что он какой-то неинтересный персонаж. Отнюдь. Наоборот. История такого персонажа, как Зоро, должна быть максимально интересной. Так где, как ни в стране мечников, лучше всего можно раскрыть этого персонажа. Арка Вана – это арка Зоро. И он должен быть в ней ключевым персонажем. И разве не преступлением будет дать главному герою этой арки в противнике какого-то третьестепенного персонажа? Ноунейма, чей хронометраж не выходит за пределы арки Вана и который, очевидно, слабее потенциального Зора. Я отказываюсь верить в это и принимать это. То же самое относится и к Кингу, Джеку и другим возможным противникам Зора. Битва с кем-либо, кроме Кайда, не будет интересной, захватывающей и такой же шокирующей, как самые выдающиеся противостояния Зора. А она должна превзойти все предыдущие. Безусловно, Вана – самая важная арка для Зора, и она продемонстрирует нам самый лучший бой Зора во всем тайтле. Обещаю. Так, возвращаясь к вопросу, может ли битва против Кесера подарить такие же эмоции, как самые выдающиеся битвы Зора до таймскипа? Конечно же, нет. Кесера для Зора – это как Пика Мане или Ходи Джонс в предыдущих арках. Кайда и только Кайда. К тому же Кёсер не самый однозначный злодей. Совершенно очевидно, что он ведет свою игру на пару с Хиёри против Сёгуна. Он слишком загадочный и вполне может оказаться на нейтральной стороне, а то и примкнуть к Альянсу в финальной битве. Все вышесказанное – это то, почему для Зора не подойдет никакой другой противник, кроме как Кайда. Мы пришли к этому методом исключения, но все же, чтобы укрепить это предположение, почему именно Кайда? Кроме того, что это единственный подходящий противник для Зора, к этому следует множество предпосылок. Прежде всего, это, конечно, потому что в арке появилась она. Большая мамочка. Два долбанных Йонка в одной арке. Если раньше предполагалось, что Кайда победит Луфи, так как главный герой против главного злодея – это аксиома для стандартного сёнэна, то с появлением Большой мамочки все немного изменилось. Луфи не в состоянии победить и одного Йонка, чего уж говорить сразу о двух. И согласитесь, будет как-то тупо смотреть, как Луфи сначала одолеет одного, а потом и другого Йонка. Это совсем бред. Значит, мы выбираем между Кайда и Большой Мамочкой. И тут выбор, очевидно, в пользу Большой Мамочки. Ну, просто смысла больше. Луфи объявил войну Большой Мамочке еще на острове Рыболюдей. Позже он ворвался в Тотланд, устроил там хаос и умудрился уйти оттуда живым. После всех этих событий обозначил себя для всего мира как Пятый Йонка. У Луфи и Большой Мамочки есть история противостояния, завязка, развитие и будущая кульминация в Вано. Это то, почему Луфи из двух зол выберет именно Большую Мамочку. Но Кайда – это злодей арки Вано, и умереть ему суждено от рук главного героя этой арки – Зоро. Возвращаясь к теме предпосылок, Зоро уже получил Энмо – клинок Кодзуки Одона, которым он когда-то умудрился нанести серьезное ранение Кайда, оставив ему огромный крестообразный шрам. И что делать Зоро с этим легендарным клинком? Биться с Кёсера? Нет. Более того, Зоро, если верить теориям, что он является потомком или как-то связан с кланом Шиматсуки, очень сильно напоминает одного паренька по имени Шиматсуки Рюма, который очень много лет назад в этих же самых землях Вано собственноручно убил дракона, отрезав тому голову. Ну а Зоро между тем имеет некоторый опыт в отрезании голов драконом.
Ну, слишком много намеков на битву Зора и Кайда. Оспаривать это трудно. Но даже несмотря на все это, Кайда ведь слишком силен. Его буквально прозвали сильнейшим существом. Его имя даже стало нарицательным. Часто можно услышать, как люди говорят: «В битве один на один он Кайда». Как Зора вообще может убить такого монстра? Это же невозможно. Вот только Зора – это человек, который каждый раз совершает невозможное. Невозможно вызвать на смертельный поединок сильнейшего мечника в мире и остаться в живых. Невозможно иметь раны, несопоставимые с жизнью, и при этом сражаться и победить противника, чьи физические показатели превышают человеческие во много раз. Невозможно преодолеть проклятие клинка Сандаки Тетсу и еще множество других. Невозможно. Вплоть до чудовищной выносливости Зора. В триллер Барки он сначала провел напряженное сражение с останками легендарного самурая Рюмы, после чего принял бой с Орзом и потерпел поражение, получив колоссальный урон. Дальнейшее сражение с одним из Шичибукай, Бартоломью Кумой, который своей силой одолевает всех Мугивар, отчего они теряют сознание и падают без сил. Все, кроме Зорро, который из последних сил продолжает оказывать сопротивление Куме, но поняв, что победить тирана не представляется возможным, он соглашается умереть, приняв всю боль и усталость своего капитана. Кума дает Зорро на пробу лишь малую часть, но Зорро уже едва ли может терпеть эту боль. После чего Зорро принимает все, что есть, и вопреки всему остается жив. Чудовищная выносливость Зорро позволяет в очередной раз продемонстрировать доминацию характера и физических пределов Зорро. Он не просто пережил испытание Кумы, он не просто выжил, он выстоял. Зорро не свалился на спину без сознания, он остался твердо стоять на ногах, в сознании и со способностью говорить. Зорро – самый стойкий член команды Мугивар, и только его выносливость может тягаться с сильнейшим существом. Да, прямо сейчас Зорро кажется слабее Кайда, точно так же, как Луффи был слабее своих противников, однако это не помешало ему победить. One Piece – это не реальный мир, а художественный вымысел, которому присущи законы жанра и сюжетные условности. Здесь не всегда побеждает тот, кто сильнее, скорее тот, кто должен победить по сюжету. И Зорро суждено победить Кайдо в арке Вано. Кайдо – первый настоящий противник Зорро после таймскипа. Но какими же силами? Кроме Энмы, Ашуры и черт знает чего еще, что он там изучил за 2 года, немаловажную роль в этом может сыграть и королевская воля. Королевская воля Зорро – это предмет частых обсуждений в последнее время. Владеет ли Зорро королевской волей или будет ею владеть, когда он ее пробудит и нужна ли она ему вообще? Давайте разбираться. Лично я убежден, что, конечно же, королевская воля у Зорро – это неизбежность. Рано или поздно он ее нам продемонстрирует. Прежде всего, ее наличие у Зорро обосновывается такими любимыми Одой аналогиями с командой Роджера. Он сопоставляет Луффи Роджеру, а Зорро Рейли, как старпомов. Зорро и Рейли – это правда очень похожие персонажи. Они оба являются правой рукой своих капитанов, преданными и очень верными. Оба были первыми членами в команде, оба неплохие мечники, и у обоих имеется практически идентичный шрам на глазу. И у Рейли имеется королевская воля, а значит и у Зорро она должна быть. Я не фанат такого подхода, вот этих вот аналогий, но это факт, который в One Piece прослеживается весьма явно. Другим аргументом наличия королевской воли у Зорро я считаю природу этой воли. Если следовать теориям о том, что королевскую волю могут пробудить только те, кто отчаянно стремится стать королем, то Зорро идеально подходит для этого. Король подразумевает под собой возвышенность над другими, статус лучшего среди всех. И кто как не Зорро стремится стать лучшим среди всех мечников, королем мечников. Никто не посмеет сомневаться в силе амбиций Зорро, это его мечта и смысл его жизни. Все, что он делает, способствует достижению этой цели. Но если исходить из предположения, что королевская воля – это некоторое в своем роде наследие, передающееся из поколения в поколение и присущее только знати, ком течет королевская кровь, то и тут можно подвести все под Зорро. Но, конечно, только в том случае, если теории его расцветшей Мацуки подтвердятся, вероятность чего очень большая. Зорро, несомненно, достоин обладать королевской волей. Вопрос в другом – а нужна ли ему королевская воля? Тут я могу ответить вопросом на вопрос, а нужна ли хоть кому-то королевская воля? Что вообще такое королевская воля и какой от нее толк? По показанному можно точно ответить, что она способна вырубать очень слабых противников, статистов, и придавать крутейшие спецэффекты в битве. Ах да, ну еще пугать зверей, но это практически бесполезно. Таким образом, на данный момент королевская воля – это просто прикольная обилка, которая в плане пользы сильно уступает воле наблюдения и вооружения. Я не знаю, как ее можно использовать практично. Вообще, мне
больше нравится представлять королевскую волю не как полезную активную способность, а как визуальное отображение того, насколько сильны амбиции ее носителя, решимость и желание пойти на все ради своей цели. Это очень круто, если смотреть на тот момент в Колизее Кариды, когда Дон Чинджао столкнулся с королевским хаки с Луфи и сразу после этого задал резонный вопрос: «Каким королем ты хочешь стать?» Дон Чинджао, только увидев королевское хаки, осознал намеренность и решимость Луфи встать выше всех пиратов, стать королем. Так что вопрос необходимости королевской воли хоть кому-либо остается открытым, и королевская воля Зоро нужна ему ровно в той же степени, что и остальным. Но когда же Зоро пробудит эту самую волю? Как мы знаем, королевская воля в полной своей мере пробуждается в момент эмоционального пика. А что вообще в теории может вывести Зоро? Угроза его накама. После триллер-барка совершенно очевидно, что Зоро готов умереть за Луфи. Луфи для него та самая ценность. Так что, возможно, угроза жизни капитана станет катализатором для королевской воли Зоро. А произойдет это уже, вероятно, в битве с Кайде. Можно рассмотреть и другие варианты, типа что Зоро будет сражаться с кем-то другим и просто нанесет серьезное ранение Кайдо Энмой, а добивать его будут толпой. Но это, как по мне, скучный самоповтор и вообще какой-то дебильный вариант, что обесценит Зоро и сольет его в его же арке. Лол. Арка Вана призвана стать самой масштабной и крутой аркой всего тайтла. Великая война за престол уже близко. Рароноа Зоро. Человек, который станет величайшим мечником в мире, и человек, который разъебет арку Вана и наш ебальник вместе с ней, обезглавив непобедимого дракона, как это когда-то сделали его предки-драконоборцы. Вот так попытался пояснить, почему именно Зоро убьет Кайдо. Пишите свои мнения касательно всего в комменты. Может, выдвинете кандидатов для Зоро получше, посмотрим. Ну а пока все по стандарту. Подписочка на канал, лайк под видео. Всех люблю. Пока. Кончится все пусть на том, что за славу сейчас крови пустим сполна на пол, и стены голые вокруг да около, и видит Бог, один из нас сегодня потеряет голову.